Саша, вот выиграли 7-0 у Макаби. Казалось бы, счет разгромный, но после первого тайма счет был 1-0. Почему так? Ну, здесь любят спрашивать про погоду. Может быть, погода сказалась, было холодно, ребята не проснулись. Но индивидуальное мастерство нападающего нашего сделало свое дело. Ну, и все-таки команда соперника техничная и организованно защищалась, я бы так сказал. Вот, а во втором тайме удалось забить 6 мячей. Казалось бы, игра должна была быть равной, Макаби побежит вперед, но такого мы от них не увидели. Как ты думаешь, почему вот они так развалились? Ну, возможно, закончились силы, потому что мы и в первом тайме достаточно активно атаковали, и во втором. Поэтому ребята просто подустали, и наша атака смогла реализовать свои моменты наконец-то, поэтому так и получилось. Ну и в нужный момент защита у нас смогла сработать, ну и мне потащить удалось. Видимо, это ребят как-то смогло взбодрить и забить в ответ подряд несколько мячей. Кто знает, как пошло бы, если бы мы там пропустили, и 1-1 счет был. Сейчас вы, получается, набрали уже 15 очков, идете там, по-моему, на третьем месте на данный момент. Но впереди остались достаточно сильные соперники из верхней части таблицы. Как думаешь, на каком месте удастся закончить первый круг? Ну, загадывать не хочется, потому что «Заряд Сильвин» не проиграл ни одного матча, плюс «Маяк» — сильная команда. Так что мы на подъеме, хотим победить. Будет все зависит от нас, и это приятно. Хочется быть как минимум в тройке оставаться, ну и лучше бороться уже за первые места.